Дорожное происшествие в утренний час пик в столице. На проспекте Независимости столкнулись два маршрутных такси. Пострадали 11 человек. Судя по кадрам с видеорегистратора, двигались такси в попутном направлении. Водитель одного микроавтобуса отвлекся и протаранил коллегу. Удар был довольно мощным. Впереди стоящую маршрутку отбросило примерно на 30 метров. На место столкновения прибыли 4 бригады скорой помощи. У пассажиров различные травмы, в основном ушибы и порезы.